Всем доброе время суток. Сегодня мы будем делать домашний майонез. Я беру пол-литровую баночку, чтобы сразу, когда сбить, так он и остался в этой баночке, не пересыпать его, не переливать. Это очень удобно. Закрыла и в холодильничек. Для этого нам понадобится. У меня очень маленькие яйца, поэтому я беру 2 яйца. А так, вообще-то, одно нормальное яйцо на пол-литровую банку. 250 грамм постного масла. Сейчас налью. Вот 250 грамм постного масла. И пол чайной ложки соли, чайную ложку сахара и 1,5 чайной ложки уксуса. Яйца надо обязательно вымыть и аккуратненько разбить, чтобы желточек не повредился, был целенький. Так, я беру на краешке. Раз. Вот так. Теперь сюда вот насыпаю где-то пол чайной ложечки соли. Сахара вот 1 чайная ложка. И уксуса 1,5 чайной ложечки. Ой, 1,5 чайной ложечки. Сюда еще можно добавлять горчицу, чесночок, перчик. Но я не люблю, я люблю просто натуральный. Надо так поставить блендер, чтобы он захватил эти желтки. О, вот так вот. Все, желточки под блендером. Теперь я выливаю туда постное масло. И начинаем его взбивать. На самой большой мощности включаем и так до конца. По мере взбивания блендер можно немножечко приподнимать, чтобы воздух не попал в блендер. Это постное масло, пожалуйста. Так, мы только поднимаем, чтобы захватить постное масло. Вот так вот. Все, уже такой густой получился майонез. Если сильно густой кому-то не нравится, можно немножко налить водички. Я люблю, когда густой. Все. Это получается как основной классический. Сюда можно еще раз повторять. Добавить перчика, чесночка, горчички, кто хочет. Ром, какие-то еще приправ. Вот получился вот такой густой майонез. Очень вкусно его готовить на уксусе яблочном тогда. Можно на оливковом масле. Ну, кто любит такой запах оливкового масла, то можно на оливковом масле. Тут уже, конечно, дело по вкусу. Кто хочет больше сольки, там, меньше сахара или вообще без сахара. Кто с горчицей, кто с перчиком. Какие разные добавки, кто как любит. Это просто как бы основа майонезная, а там добавляйте, что хотите. Ну все, всем пока-пока. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Легко и просто готовится майонез.